Друзья, рад всех приветствовать на своем канале, который называется «Я познаю гармонь». В эфире я, Захар. В моих руках гармонь будет. Обязательно ее возьму. Сегодняшнее видео я хочу посвятить такому вот вопросу. Сколько ремней нужно на гармонии? 1, 2, может быть 3. Вот давайте с этим вопросом и разберемся. Для начала я возьму гармонь вообще без ремней. Вот я их снял. Возьмем ее, поставим ее на колено мехом, собственно говоря. И попробуем на ней сыграть. Возможно, можно играть и без ремней, но гармонь, она не зафиксированная. Я ее держу, пытаюсь ее грудью удержать, вот подбородком прижимаю, чтобы вот она на месте стояла. При движении мехом, естественно, вот я мех тяну, и гармонь за мехом. Куда мех, туда и гармонь. Как бы можно. Вот наглядный пример того, что без ремней играть не совсем удобно. Возьмем гармонь с одним ремнем. Классическая, так сказать, постановка. Гармонь и один ремень. С ремнем гораздо удобней. Ремень держит гармонь. Удобно, хорошо, классно. Но у крепления с одним ремнем у гармонии, дело в том, что здесь вот у меня стоит крепление под два ремня. Это уже я поставил сюда. Изначально здесь ремень крепился насквозь. Прям вот так вот, прям к корпусу. Болтом. Как это выглядит? Что значит крепление болтом? Мне не нравится такое крепление. Вот я покажу на примере. Вот в деке просверлено отверстие. И вот мы видим насквозь отверстие. Соответственно, вот эта вот меховая камера. Здесь стоят резонаторы. И здесь отверстие. Болт. Болт диаметром 3 мм. Ну, если тут невооруженным глазом, у кого-то, кто-то не инженер, не слесарь, можно увидеть, что здесь он отверстие гораздо больше. От времени болт начинает разбалтываться, делает шире отверстие, в итоге он там болтается, как говорится в русской поговорке, как что-то болтается в рукомойнике. Соответственно, воздух, который
который нам дорог, который нам нужен для того, чтобы издавать звуки, который должен расходоваться на колебания язычков в голосах, он также имеет свойство проникать через это отверстие, уходить, утекать. И от этого у нас и компрессия слабеет, хромает, она начинает попросту пропадать через какой-то период времени. И расход воздуха, когда в самом начале. Это на заводе вот так вот сделали. Ну, сделали и сделали. Креплений очень много. Это была тульская гармония. Вот, допустим, если на старых гармониях, вот у меня есть полукорпус, то здесь, соответственно, усиленные для корпуса вот такие вот досточки с одной и с другой стороны. На этой гармонии тоже ремень крепился саморезом. Но здесь сделано качественней, умней. Саморез, он хоть и просверливался, но он не попадал в меховую камеру. Он как раз вкручивался вот в эту жесткость. Вот в этой жесткости он на воздух не влиял никак. Как бы, ну, со временем все равно саморез и саморез. Он с дерева, даже не саморез, это были шурупы в то далекое время, когда делали эти гармоны. Но оно держалось, он мог просто выскочить в один прекрасный момент, вылететь и все. Вот, и самое главное, зачем нужно было следить гармонисту, чтобы вовремя схватить гармонь, чтобы она не упала, не разбилась. Хорошее решение, грамотное, я считаю, было сделано даже под один саморез. С одним саморезом, вот здесь вот мы можем увидеть отверстие, здесь более наглядно. Недооцененная гармонь Маричка. Но здесь вообще тоже классно. То есть в меховую камеру, где здесь воздух, саморез никак не попадал. Очень хорошо. Очень здорово. С одной и с другой стороны я покажу. Но все равно лишнее отверстие, как говорят слесаря-инженера, не нужны. Но на гармонии, когда она начинает разбалтываться, то отверстие превращается все-таки в дырку, через которое, потому что отверстие технологическое, а дырка есть дырка, утекает, убегает воздух. Вот что касаемо одного ремня. Когда гармонь с двумя ремнями, здесь у меня стоит тоже крепление под два ремня, я их поставил. Вот наденем гармонь с двумя ремнями. Два ремня. Все. Гармонь у нас никуда не девается. Она жестко крепится, получается, к нашим плечам, к нашей груди, к нашему корпусу. Тем самым, когда его даже можно, гармонь, не держать на ноге, она и так уже никуда не денется. При движении мехом на разжим она держится на вот этом плече. И на сжим. Никуда. Не нужно ее упирать в руку. Не нужно пытаться держать вот этим вот пальцем при игре. Как мы это делаем, когда... Вот, я ремни ослабил. Но я держу гармонь за гриф вот этим первым пальцем. С двумя ремнями играть гораздо удобней, проще, легче. Для этого при использовании второго ремня у вас освобождается первый палец. Вместо того, чтобы держать его за гриф, его можно активно использовать на клавиатуре. Вот если посмотреть на новые гармонии, которые сегодня выпускаются, конечно же, там
уже предусмотрены и два крепления качественно хорошо сделаны, и два ремня. Встречаются даже ремни, где три ремня. Покажу. Здесь у меня, к сожалению, нет. Вот они, два ремня. Есть еще вот такой третий хлястик, который на лопатках получается, когда гармонь на спине, вот этим хлястиком они стягивают их друг к дружке. Для того, чтобы при игре все равно мы двигаемся руками, гармонь, вот ремни не стремились сползти с плеч, чтобы их постоянно вот так вот некоторые вот так вот не повторять. Ну, это уже когда, мне кажется, все равно это более актуально для большого инструмента, для аккордеона, для баяна. Опять же, пятирядные баяны, аккордеоны полные, у которых большое количество и тяжело. Это там удобно, хорошо. Ну, для гармонии вполне достаточно двух. Ну, а все остальное в целом, в принципе, это дело привычки каждого. Есть гармонисты, которые играют прекрасно на гармонии и с одним ремнем, играют и стоя, и на ходу. Есть гармонисты, которые играют в принципе без ремней. У них вот ремни есть, вот они кто-то вот чисто вот сюда вот так вот берут. Вот так вот берут и играют. Им вполне комфортно, удобно, хорошо. Они попадают прекрасно на клавиши. Все дело привычки. Все индивидуально, дело каждого. Решать только вам, сколько ремней вам использовать. Один, два, быть может быть три, а может быть вообще без них. Каждому свое. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать в этом видео. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Кому это интересно, ставьте лайк. Делитесь видео с товарищами, друзьями. Давайте познавать гармонь вместе. Спасибо!